Привет-привет, мои прекрасные друзья. Мы с вами зашли или пытаемся зайти вот в такой ресторан. Тут греческое такое влияние, судя по музыке. Пицца и спагетти. Ну, пойдем дальше. Хотя должно быть итальянское влияние. Сори, но я хотела бы вам показать тут немножко такие вот штуки с этой стороны. Тут нельзя снимать, поэтому снимать мы не будем. В ресторане странным образом нельзя снимать, а мы с вами не в ресторане, а вот здесь. И с этой стороны получится красиво. Посмотрим вот эти милые раскопки. Видите базилики Богородицы Элеуса? Тут очень хорошее происходит. Реставрационная действительно работа не только здесь, но и по программе ЮНЕСКО по всему Насебру. Так, мы не будем людей смущать, которые там сидят и едят. Сделаем это вот так. А вон мои подружки. У нас сегодня девичник у башни и у базилики. Ну вот так. Похоже вам эти башни на Феодосиевы. Феодосия, стены. Ну, в общем, умели раньше строить, согласитесь. Давайте, как вам сказать чао-чао? Вот так обнимаю вас древней старинной любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.